Сегодня мы хотим рассказать вам, как мы здесь устроились, все ли нам удобно, что мы сделали, какие изменения для лодки, чтобы жить на якоре. Не так, как в прошлом году. Уже мы стоим подготовленными, да и здесь, в принципе, не особо качают, как по прошлому. Со знанием дела. Да, здесь немножко спокойней. Ведь это не розы. Почему шипы-то здесь? Кажется, дождь начинается. Да. Комар. Прикиньте. Приветствую вас, друзья и гости канала. Привет. Как дела? У нас все хорошо. У нас все хорошо, да. Отвечаю на свой же вопрос. А сегодня мы хотим рассказать вам, как мы здесь устроились. Все ли нам удобно, что мы сделали, какие изменения для лодки, чтобы жить на якоре. Не так, как в прошлом году, а уже мы стоим подготовленными, да и здесь, в принципе, не особо качают, как по прошлому. Со знанием дела. Да, здесь немножко спокойнее. Приехали в середине марта, еще месяц стояли на нашем пирсе, где готовили, мыли лодку, доделывали какие-то... Да, вещи, пока есть электричество, когда было электричество, когда были привязаны к марине. Сейчас мы ушли. Здесь стоим вообще волшебно пока. Причем мы из дома, если кто смотрел ролик, выезжали с такими сумками огромными. Мы привезли очень много для лодки. И инвертор там помощней, ну, всякие штучки, холодильник. Не холодильник, а морозильник привезли. Потому что не хватало нашего. Летом, да, особенно. И это вообще такие вещи, которые просто теперь спасают и помогают жить. Как дома. Если интересно, сейчас, в принципе, мы можем рассказать, что же мы все-таки сюда привезли с собой. Ну, во-первых, вот этот холодильник. Морозильник. Морозильник, да. Он морозит до 20 градусов. До минус 20. До минус 20. Ну, до жары он не морозит. Также у него есть Bluetooth, есть приложение, к которому можно подключиться и смотреть температуру, также регулировать ее. Купили вентилятор тихий. Теперь вообще не слышим, как работает наш штатный. Встроенный холодильник. Штатный холодильник. А раньше вентилятор очень было слышно и даже иногда просыпались ночью. Теперь все это мы приглушили и вообще не слышно его. Да, я все время... В шоке просыпался, думал, пароход какой-то на нас прет. И выскакивал в это, наружу. Ну вот, и все. Слышно только, как работает компрессор. А вентилятор не слышно. Супер. Ну, во всем, конечно, хочется... сказать спасибо нашим панелям, которые выдают ток и заряжают в хорошее время солнечное. Солнечное время заряжают наши аккумуляторы. Батарея это вообще супер. Работает все. Когда вот солнечный день, можно и готовить кофе в кофемашине, и в чайнике кипятить воду, и даже плита у нас инверторная работает. Сегодня у нас фен работает, ну все, как дома, стиральная машина, без которой вообще как без рук для женщин, по крайней мере. Все это работает, это настолько радует. Да, может быть даже получится сэкономить на газу, потому что здесь кемпер газ не заправляют, к сожалению, и в этом у нас проблема. А так все на электричестве, все хорошо работает. Ну, в холодные дни мы, конечно, включаем вибасту, которая разведена у нас здесь, в салоне, по каютам. И у нас тепло достаточно, когда... Ну да, когда прохладные когда ночи. Прохладные ночи. Мы все ближе-ближе лето, не забываем об этом. Ну да. Поэтому мы уже ушли на якорную стоянку. В тихое местечко за остров. Как остров называется? Страдиоти. Страдиоти. Мы туда иногда выходим. Прогуливаемся, размять ножки. Не иногда, а почти каждый день на тузике, да. Метров
50, наверное, проехать, и все, и можно погулять по острову. Вообще замечательно. Красиво. Еще вот солнце заходит. Сейчас попробуем высадиться на остров. Это остров Страдиоти. Кажется, дождь начинается. Да. Комар. Прикиньте. Таня, надеюсь, это ты видео не видишь. Фу. Капец. Ведь это не розы. Почему шипы-то здесь? Смотри, лианы. И все из шипов. Вот такие шипы. Блин, сейчас реклама пойдет, потом сюда все приедут. Ну ему нафиг. Не буду говорить. Так, место у нас занято, я ничего не знаю. И еще с нами двое друзей. Море красивое, там видно даже раковины какие-то здоровые такие. Вот эта раковина такая, здесь их полно, здоровых. Понырять бы с маской. Вот. Там особо видно, тоже раковины. Наши лодочки, наши тузики. И выходишь на палубу, садишься, когда тишина, ветра нет, такой кайф, вообще спокойствие, шикарно. Татьяна сидит с двумя бокалами, Ловчин еще в снегу, самолеты в Тиват не садятся. Вот Свято-Михайловский монастырь, остров цветов. Вот видите, там вот. Крест. Вот этот тут пролив. И по нему можно пройти даже на яхте. Хотя надо знать фарватер. Потому что есть отмели. Вот наши друзья тоже встают на якорь. Сегодня хорошая погода, море спокойное. Лодку тихонечко крутит и показывает. Меняет, короче, да, ракурс нам. Панораму. Здорово. Окрестности. Пока все нравится, и даже некоторым вещам удивляемся. Это очень радует. Спокойно пользуемся этим электрическим туалетом. У нас один электрический, другой не электрический. Поэтому нам хватает все. Ну, когда уж совсем там два пасмурных дня, тогда мы ходим в обычный туалет. Ну да, стараемся экономить электричество. Заводим двигатель. Да, как сегодня, чтобы нагреть воду, чтобы у нас была горячая вода, мы включили двигатель, он промаслал где-то час-полтора. Сегодня у нас такая погода. Идет дождь. Вон, слышите? Капает. И нам ничего не остается, как моторить, чтобы согреться. Потому что наши панельки не выдают в такую погоду достаточно тока. Сыра. Вот они все в воде. Ребята на соседней лодке тоже моторят. Ну и мы будем.
горячую воду. Даже это, у нас же еще есть генератор. А, ну да, если в крайнем случае у нас есть генератор на 2000, на 2 киловатта, и мы его можем, бензогенератор, включать. Слава богу, мы набрали танки, у нас на лодке танки 600 литров. Пока вот эти вот, вот это количество, мне кажется, 600 литров, плюс у нас запас баклажка 130 где-то еще литров таких есть, поэтому, мне кажется, для 730 двоих... 730 литров, да. Понятно, что если было бы здесь человек 15, то 15... А у нас не больше 10. Если бы были бы все 10 человек здесь жили, ну, конечно же, пришлось бы как-то что-то выдумывать. Но так как мы здесь живем вдвоем, и... Места много? Места много, квартира огромная, комнат много, балкон есть, бассейн, большущий бассейн, вот прямо вот от нашей лодки, и пока видно, все это бассейн наш. Он даже не обслуживается, у него какая-то там такая химическая реакция идет, видимо. Природа. Он всегда чистый, ну практически всегда. Да. Холодная вода только, вот надо подогреватель. Сейчас лето согреет, будет лучше. А по продуктам тоже может возникнуть вопрос, как мы ездим за продуктами. Ну, однажды ездили на тузике. Пока еще вот продуктов нам хватало. Запасы. И вчера буквально нас свозил Гоша. Гоша, привет тебе, большое спасибо. На машине свозил по всем нужным нам магазинам. Как продуктовым, так и яхтенным, и промтоварным таким. Да, мне купили сапоги, да. Чтобы выходить из тузика на берег. Не да, в кроссовках, а в сапогах. Без сапог здесь, да. Вот стрима-то нет. Вот вопросы бы сейчас пошли какие-то, и мы бы отвечали, да? Ну, разберемся. Мы еще пока до стрима не, да. не дожили. Или не дошли, не знаю. Может быть, когда-нибудь. Сейчас мы вам рассказали о нас, как мы живем, здорово живем, пока не напрягает, пока все прекрасно. Следите за нами, как мы там дальше будем жить, кому интересно. Мы постараемся делать видео, может быть, даже почаще. Ну, это как пойдет, потому что пока наслаждаешься вот этой красотой, тишиной и набираешься впечатлениями, вот сидишь, отдыхаешь, а потом думаешь, блин, об этом надо рассказать людям. Ну, да. Как это все, как происходит, какая жизнь. Возможно, кому-то будет интересно. Пускай не всем будет интересно, пускай просто одному человеку будет интересно. Я буду уже счастлив, что ему это понравилось, и он что-то получил от этого, какие-то... скиллы для себя там будут зарабатывать, нарабатывать. И это для тебя один человек. Делаем этот ролик. Для каждого из вас. Для каждого, да. Опять же, для каждого из вас. То есть, есть вы, а есть каждый из них. Не философствуй. Ладно. Для вас. Короче, для вас. Ну что, подписывайтесь на наш канал, кто не подписался, ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще, просто пишите комментарии, что вас интересует, что, как, что, почем, не знаю, может быть, какие-то есть вопросы у вас, на которые мы можем позволить дать ответ. Да, ролик для вас от всей души. Ну да, это наши впечатления, которыми мы делимся. Давайте, пока. Пока. Всех благ вам и удачи, успехов. On your toes, don't forget the dot the I. Write a little note on your toes, don't forget the dot the I. Look at what you wrote, goodness knows, it's easy as pie.